Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Я решила не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, и снять видео о парфюмерии, которую я выбрала на весну. Я сейчас на месяц не делаю видео. Ну, как-то не получается. Бывает, что целый месяц вообще одним парфюмом пользуешься или двумя. Поэтому смысла нету, как бы обманывать, можно сказать, народ, да? Вот, набрала вот такое вот корыце. В основном здесь миниатюрки, конечно, но есть и полноразмерные версии. Так, с чего начнем? С них и начнем. Я тут сейчас еще буду искать закладок, целую кучу понаделала. Ну, давайте с Эйвона, наверное. Attraction участвует у меня в проекте Project Pen. Парфюмерный, я забыла, как называется. Хотела вообще прикончить его за эту зиму. Ну, тут, по сути-то, не так уж и много. Один раз или два, может, пользовалась с тех пор, как отметила. Ну, это такой аромат, как бы он не чисто зимний. Он просто сладкий такой. Поэтому я думаю, что и весной тоже спокойно им можно будет пользоваться. Думаю, может быть, за весну я его. Летом, для лета, конечно, тяжеловат, но вот у меня много знакомых девчонок, которые вообще им круглый год поливаются, и им очень нравится. Это древесно-фруктовый аромат, ежевика, магнетический мускус и амбра. Ой, вкусненький, правда. Вкусненький, вкусненький. Так, сразу буду закладки открепить. Так, один из моих любимых ароматов, которые я берегу и использую очень редко, но все-таки думаю, надо. Это парижский шик, шипрово-фруктовый аромат, итальянский мандарин, роза баккара и древесно-амбровый аккорд. Очень классный аромат вообще. Он мне напоминает аромат, ну, из детства, можно сказать. У моей мамы был похожий аромат, ну, из дешевых, конечно, но мне он очень нравился, я помню. И вот этот аромат мне тоже очень нравится, он стойкий. Очень рада была, что Эйвон хоть на один каталог вернул нам такую радость, купила, и вот теперь берегу. Ну, вот, к слову сказать, да, в Польше многие ароматы до сих пор выпускают, которых в России уже давным-давно и след простыл, как говорится. Так, еще тоже аромат такой, который нам вернули на один каталог. Это тоже от Avon Sensuel. А, да. Так. Где он у меня? Это восточно-цветочный аромат. В верхних нотах бергамот, мандарин, апельсиновый цвет. В средних таитянская, в нотах сердца таитянская гордения, водяная лилия, гелиотроп. И в базах кашемировое дерево, ванильная орхидея. Именно это дерево придает аромату пудровость. Здесь название. Красиво так сделано. Вот эти вот меня колпачки вообще у Эйвон убивают. Вот, которые сквозные, так скажем. Для чего надо, непонятно. Для красоты, наверное. Он тоже очень стойкий. Такой женственный. Ну вот мне иногда для разнообразия нравятся вот пудровые ароматы. Хочется пользоваться. Не часто, конечно, но все же. Так, и еще из этой же оперы, ну, похожий аромат. Слушайте, тоже что ли он у меня цвет поменял, или мне кажется. Я просто сейчас вот залезла в свои закрома, когда выбирала ароматы, и увидела, что у меня пара ароматов из линейки Avon Collection поменяли цвет. Хотя они у меня стоят в кладовке, в темной коробке закрытой. Не пойму, в чем секрет. Пурбланка Эссенс, цветочно-мускусный аромат, кашемировое дерево тоже здесь, цветы тиаре и гордения. Он уже полегче, он тоже такой пудровый, но не такой стойкий, хотя, в принципе,
Ну, часа 2-3 все равно как бы продержится. Просто если этот аромат, например, можно услышать еще на следующий день от одежды, да, или там просто открыв шкаф, можно его почувствовать от этой одежды, на которую он был нанесен, то этот, скорее всего, нет. Ну, тоже имеет место быть. Тут мне кажется, что он потемнел. Мне кажется, он был прозрачный. Сейчас какой-то. Вот, насколько я знаю, ароматы с ванилью обычно темнеют. В которых есть ваниль. Может быть, она там тоже есть. Это же как бы краткое описание. Да, на самом деле там намного больше ингредиентов, чем нам в каталоге пишут. Так. Еще один аромат, как заметили, все такие розовенькие. Но я всегда весной беру розовые ароматы, потому что для меня это и есть весна. Incandescence Lotus. Цветочный аромат, тоже один из моих любимых. Лотос, красное яблоко и ваниль. Он такой сладковатый, чуть с кислинкой такой. Стойкий довольно-таки, тоже участвует у меня в проекте, поэтому надо бы им попользоваться. Единственное, вот неудобно с собой, например, брать. Сейчас вот я, ну, на новую работу бывает, что своим ходом приходится добираться там без машины, и поэтому, а там идти далеко, и поэтому у меня сумка облегченный вариант. Я уже никакие бутыльки с собой не таскаю, могу только вот такое вот что-то вот взять, супер легкое. Но у меня есть атомайзер, который можно отлить, и я буду, наверное, так и делать, из больших вот этих флаконов отливать туда. И брать, потому что, ну, дома там что, один-два раза, ну, пшикнулся, пошел, да, на работу. В течение дня же тоже хочется обновить, и потом, если домой ехать, тоже. Я уже в каждом видео говорю, что у меня на таком вонючем предприятии работаю, что пропахивает одежда и волосы мазутом. Поэтому, ну, если вот мне, например, на автобусе ехать домой, да, то как-то неприятно, не хочется, чтобы там люди оглядывались и так далее. Хочется облиться с ног до головы, поэтому буду обливаться, что теперь делать-то. Не мы такие, жизнь такая. Еще один аромат от Avon Eve Elegance. Тоже розовенький. Я вот его не помню, чтобы я его покупала. Либо, может быть, товар дня там за какие-то смешные деньги. Это, ну, аналог фам классического. Цветочно-фруктовый мускусный аромат. Гранат, жасмин, янтарное дерево. Даже уже забыла, чем он пахнет. Ой, приятный такой аромат тоже. Гранат, мне кажется, есть тут такая вот сочная кислинка какая-то. Перемешку с цветами. Легкий такой, ну, по звучанию, но он довольно-таки стойкий тоже, насколько я помню. Так, давайте еще из Avon. Да ё-моё. Из Avon еще возьму Life Color. Тоже он у меня участвует в проекте. И мне кажется, на весну самое то. Цветочно-водно-фруктовый аромат груша, рис басмати и магнолия. Тоже вот он классный, такой ненавязчивый на каждый день и на любой случай. Никого не удушит, не придушит. Красивый аромат, нравится. Мне жалко, что его вывели, конечно. Зря. Зря они это сделали. Я бы даже не отказалась от полной версии. Так, от Oriflame беру вот такую вот миниатюрку. Так, сейчас я еще один аромат забыла принести. Коробочку взяла, а его нет. Эклат Монпарфан. Тоже миниатюрочка еще. Вот, как отметила, не пользовалась. Ой! Извиняюсь. Блокнот сбил с ног штатив. Так. Где же он у меня? Где-то я писала. А где? Вопрос большой.
Наверное, не найду. В общем, ладно, сейчас я поищу. Подождите. Нашла, помню же, что писала. Цветочный зеленый аромат, китайская груша Нэши, аккорд какой-то Делэр Будуар и миндальная пудра. Да, он, я уже подзабыла, он такой тоже розовый, пудровый. У меня уже была такая миниатюрка. И вот мне подарили, тоже буду с удовольствием пользоваться. Он тоже такой весенний, женственный, красивый аромат. Имеет место быть. Ну, ничего стоять не хочет. Все валится и падает. Вот так. Прислоним слоненка. Так, дальше. Парфюмерия с сайта PD Paris. У меня есть аромат. Ну, это аналоговая парфюмерия. Жедо. От кого? От кого я забыла? От Dior, да? Да, Dior. Это цветочно-фруктовый аромат. Ну, аналог, конечно. Не оригинал. Верхние ноты магнолия, дыня, персик, груша, бергамот, мандарин. Ноты сердца тубероза, слива, фиалка, орхидея, фрезия, жасмин, ландыш и роза, и базовые ноты мускус, ваниль, кедр и ежевика. Ну, так как упаковка такая, как бы сказать, не герметичная, поэтому тоже хотелось бы в ближайшем будущем использовать. Мне нравится этот аромат. Приятный очень. Буду с удовольствием пользоваться. Мне, как говорится, дареному коню в зубы не смотрят, поэтому тем более я сама выбирала ароматы. Мне нравится этот аромат, хоть он и не оригинал. Так, дальше тоже с этого же сайта еще два малыша. Вот этот был желтый, интересный, или тоже уже поменял. Один у меня сейчас вот стоит в использовании, время от времени им пользуюсь. Это и аналог аромата Идоль от Ланком. Хороший аромат, мне вот нравится он тем, что, ну, он не похож на все остальные, что он не сладкий. Он такой, как сказать, шипровый, цветочно-шипровый аромат, в верхних нотах бергамот и груша, в нотах сердца турецкая роза, майская роза и индийский жасмин. И базовые ноты белый мускус и ваниль. Вот это тоже вот удобно с собой носить в сумочке. Легкий пластик и хороший аромат такой, знаете, тоже, когда вот все надоело, когда надоели какие-то пудровые ароматы, тяжелые, еще какие-то, то такой аромат тоже вот и в пир, и в мир. И второй аромат это Bloom, Gucci Bloom. Принадлежит группе цветочных ароматов. Здесь по 30 мл. Верхние ноты апельсин и зеленые ноты. В нотах сердца тубероза, жасмин, самбак и жимолость. И база корень ириса, сандал и ваниль. Но он уже такой потяжелее, но все равно весенний. Хочется вспомнить. Я даже, если честно, забыла, что он у меня есть. Сейчас вот говорю, рылась там в своих коробках. Но это прям цветы, цветы. Я думаю, что ему летом тоже можно попользоваться. Ну, на такую более прохладную, наверное, погоду. В жару, конечно, он удушит. Это факт. Так, дальше есть у меня еще из аналогов, так скажем. Вот такая вот ручка от Good Girl. Ну, типа Каролина Эррера. Вот так я его использовала с момента начало проекта. Планирую доиспользовать. Очень вот что оригинал, что аналоги. Уже не первый раз ко мне аналог попадает этого аромата. Мне он нравится по нотам, но он такой термоядерный, даже вот этот вот. Это просто капец какой-то, я не знаю.
Попробую его, конечно, хотелось бы доиспользовать, не оставлять до следующей зимы, но не факт. Может быть, я оставлю. Может, осенью начну и до конца года потом доиспользую, потому что ну, сейчас уже как бы морозов нету. Вот так около минус 5. Так, я его зря ложу. Он у меня вообще-то стоит на видном месте. И довольно-таки стойкий. Вот, ну, несмотря на то, что это как бы дешевый аналог, да, все равно убойная сила. Так, ну и переходим уже к оригиналам ароматов. У меня они в отливантиках. Так. Осталось у меня 5 миниатюрочек вот таких вот, которые мне Оля присылала. Так, это у меня... Сейчас посмотрю. Все время забываю. Это, по-моему, Light Blue от Dolce & Gabbana. Light Blue Forever. Да. Интересный такой аромат, но иногда какую-то неприятную нотку я в нем слышу, но я его в любом случае доиспользую. Верхние ноты лимон, красный апельсин, зеленое яблоко, средние ноты цветок апельсина, белые цветы и базовые ноты белый мускус, кедр и кашмиран. Вот, планирую я доиспользовать в ближайшее время вот эти две миниатюрки, потому что у них вот колпачки отваливаются вечно. Сейчас вот ползала тут, подбирала. Так, и второй, который у меня остался, это Guerlain, Mont Guerlain Bloom of Rose аромат. Он уже такой посвежее, немножко в верхних нотах цитрус и лаванда, средние ноты нероли, болгарская роза, жасмин самбак, базовые ноты ваниль и сандал. Да, вот сейчас, вот когда читаешь, что в нотах, то сразу как-то и слышишь их или чувствуешь. Вот понюхала и прям и цитрус, и лаванда. Все как заявлено. Тоже буду использовать. И вот такие вот 3 у меня остались. Так, сейчас найду тоже. Здесь у меня вот воюю я с вот этим вот ароматом, но посмотрите, хорошо воюю. Это Барбери, My Barbery Black аромат. В верхних нотах жасмин, средних персик и роза, база амбра и пачули. Но он прям вообще супер термоядерный. Я вот им на куртку брызгаю, в которой на улице хожу. И вот на улице как бы нормально, вот дома или где-то в помещении, не дай бог там в офисе, где люди рядом сидят, мне кажется, там все просто попадают замертво рядом с вами от этого аромата. Он вкусно пахнет, я ничего не могу сказать, но очень-преочень насыщенно. Я не знаю, что здесь дает такую убойную ноту, может, почули? Ну, вот я бы его вдвое бы разбавила и с удовольствием бы пользовалась. Его 100% я планирую доиспользовать. Ну, не хочу, чтобы у меня валялись вот эти вот малявки. Так, Dolce & Gabbana The Only One. Верхние ноты фиалка, апельсин, бергамот. Средние ноты кофе, груша, ирис, цветок апельсина и роза. База карамель, ваниль, пачули. Ой, такой сладенький, такой вкусненький, правда, и кофе, и карамель. Я вот почему, как бы вот этот вот аромат Good Girl мне нравится из-за таких кофейных, тоже там шоколадных нот, но для меня это перебор. Вот этот вот очень приятный вообще. Классно, надо будет мне где-нибудь потом записать себе, какие мне ароматы прям из люксовых очень понравились, чтобы, если что, может быть, где-нибудь... Может быть, где-нибудь когда-нибудь подкараулить скидку в какой-нибудь там Сефоре или в Литуале. И, ну, чтобы знать уже заранее, какие ароматы нравятся, какой, ну, чтобы онлайн, например, заказать, не в магазине там все перенюхивать. И остался у меня еще Versace Eros.
Верхние ноты мята, зеленое яблоко, лимон. Средние ноты бобы танка, амбраксан, герань. База мадагаскарская ваниль, вирджинский кедр, атласский кедр, ветивер и дубовый мох. Интересный тоже аромат, но он какой-то... Я вот в нем не слышу такого вот многообразия нот, которое здесь перечислено. Для меня он просто такой какой-то легкий, свежий аромат. Я бы его, конечно, летом поносила. Ну, так как я хочу их все вывести из обихода, поэтому, ну, может быть... Ближе там уже к теплу, к маю буду ими пользоваться. И еще я опять покажу 4 аромата, которые я тоже включила в проект. До сих пор ими еще не пользовалась, только нюхаю из колпачков. Это мне присылала Лиля. Ну, я хочу сначала, уже говорила, вот эти ручки использовать, а потом уже за эти возьмусь. И то, наверное, не за все сразу, а по одному. Versace Bright Crystal. Красивый аромат, мне он очень нравится. На себе еще пока не носила, но у меня все впереди. Верхние ноты гранат, юзу, водные ноты. Средние ноты пион, малина, лотос и магнолия. Базовые ноты мускус, махагони, амбра. Классно. Вот этот аромат я бы тоже в полноразмерной версии себе купила. Мне кажется, он такой... И в пир, и в мир. Хоть куда-то на выход, хоть на каждый день. Кто нам помешает быть неотразимыми и вкусно пахнуть круглосуточно. Дальше. Этар Коллекшн, роза галор. Дамасская роза в верхних нотах. Черная смородина, фиалка. Карамель, ландыш и кедр в сердце. И база мадагаскарская. Мадагаскарская ваниль и белый мускус. Вот это уже такой понасыщеннее, немножко такой уже поинтереснее аромат. Ну, вот такой красивый флакон. Так. Джорджо Армани Си Пассионе. В верхних нотах груша, черная смородина, розовый перец, грейпфрут. Сердце ананас, роза гелиотроп, жасмин. И база ваниль, кедр, амбра и пачули. Очень я хочу с этим ароматом познакомиться. Но ход до него пока еще не дошел. Сейчас вот брызнула. Свежинка какая-то такая. Что-то такое прям сочное, сочное, фруктовое. Может, черная смородина. Грейпфрут тут, понятно. Раз грейпфрут, он... Конечно, ну, чувствуется такая вот цитрусовая свежесть, плюс еще и ананасы. Ну и розовый перец, кстати, тоже слышно. И последний аромат от Барбери Herb Blossom. Верхние ноты мандарин, розовый перец опять. Средние ноты пион, цветок сливы, база мускус и сандал. Тоже не помню уже, как пахнет. Но этот не такой насыщенный. Кстати, вот, как вот этот вот Барбари. Он прям, знаете, такой вечерний. Этот посвежее. Вот. Надеюсь, уже надоело, наверное, с этими мензурками всем. Ну, я не так часто про парфюмерию снимаю. И потихонечку все-таки трачу, заканчиваю ароматы эти, поэтому ну, когда-нибудь рано или поздно они у меня закончатся, и мы будем лицезреть только большие флакончики. Ну вот, честно говорю, как-то подостыла я немножко к Эйвену, и вот открыла свои коробки, смотрю, и ничего не хочу. Тут меня даже мысль посетила, не распродать ли свою коллекцию, но потом... Я себя остановила, думаю, оставить себе ароматы только, которые мне прям очень нравятся, думаю, остальные куда-нибудь распродать. Ну, я думаю, не стоит этого делать, потому что я стопудово, я потом об этом пожалею. Буду пользоваться сама. Вот.
такое получилось видео. Надеюсь, вам было интересно. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока.